Всем привет! Лодочный мотор Yamaha 9.9, почти новый. Прошел только 30 моточасов 2015 года. Был куплен у официального дилера. Проблема мотора заключается в том, что мотор работает только на закрытой воздушной заслонке. Запускается и работает только если закрыть заслонку. Владелец двигателя возил его и по гарантии, и, не знаю, обращался в официальный сервис, что-то они ему там сделали, но в итоге проблема так и осталась. Интересно, что же может быть? Мотор мы еще не запускали. Сейчас запустим, посмотрим, в чем же может быть дело. Потому что такой случай на Yamaha — это удивительно. Yamaha, в принципе, почти новая. И что же могло случиться, мы еще не знаем. Для начала попробуем снять карбюратор. Так, вот сняли карбюратор, и в карбюраторе видим, плавает какая-то грязь. Ее уже сразу видно. Какие-то частицы грязи или песка. Владелец сказал, что после сервисного центра, после чистки карбюратора, он проехал около 4 километров, и после этого ситуация повторилась. Сняв вот эту заглушку, под которой находится жиклер холостого хода, который как раз и отвечает за работу холостых оборотов, можно видеть, что... Ага. Короче, когда я первый раз снял эту заглушку, здесь стоял бензин. Стоял бензин, и он не уходил. Прошло время, пока я начал записывать. Бензин ушел. Ну-ка, сейчас попробуем. Вот смотрите, жидкость не проходит через жиклер. Жидкость не проходит через жиклер. То есть жиклер просто забит. Его нужно прочистить, и мотор снова заработает. Точнее, весь карбюратор сейчас мы разберем, почистим. Вот что интересно. Жиклер холостого хода выкрутился с очень большим трудом. Ну, такое ощущение, как будто его даже не трогали. А попытались продуть прямо в сборе, когда он был закручен в карбюратор. Вот, вот эта песчинка или непонятно что было в жиклере, когда мы продули его на лед или непонятно что. В общем, весь карбюратор был в этом налете, как сказали ему в сервисном центре. Ему показали, вот, и этот налет остался в жиклере. То есть он был не продут. Хотя... Если он работал, значит, просто грязь снова попала в жиклер, да и все. Нет, получается, как-то не сходится. Если они сделали, значит, мотор работал, просто снова забился жиклер, вот и все. А вот этот белый налет здесь не просто так. В карбюратор попадала морская вода.
собрали карбюратор, почистили также топливный фильтр, и двигатель заработал, появились холостые обороты. Мотор мы уже прогрели, но до этого даже прогретый мотор не работал бы, если бы мы не закрыли воздушную заслонку. Отличный мотор. Все замечательно. Не знаю, кто там сколько раз чего чистил, но в карбюраторе было много грязи. Мы почистили, и все заработало. В принципе, ничего сложного. Обычная ситуация. На этом все. Всем пока.